Друзья, всем привет, с вами Павел Морозов, всем доброе утро, хорошее настроение, здоровье самое главное. И как говорил один мой старый знакомый, достижение мирного духа. Вот. Друзья, я уже 2 недели как здесь, в Сочи, но признаться честно, вот я с вами всегда откровенно разговариваю, признаться честно, первый раз только на пробежке, и вот... Ну, как-то то ли акклиматизация, то ли лень, то ли усталость. Ну, как-то, не знаю, с дороги, наверное, все накопилось. В итоге приехал сегодня побегать, время там 7:30. Народу уже прилично. Кто-то загорает, кто-то купается, кто-то плавает, кто-то еще что-то делает. В общем, все класс. Вот. Сам я тоже искупался, пробежал. Ну, стандартно 3 километра вот от пиццерии Пицца Папи до Фишта и обратно. Вот. В общем, все супер, настроение отличное. В прошлый раз я обещал вам видео, которое выходило с пляжа, и обещал вам, что в следующий раз, когда я буду здесь, я обязательно искупаюсь. И, ребят, вы не представляете. Обещания свои надо выполнять, конечно же. Вы не представляете, какая вода. Она потрясающая. Такое чувство, как температура градусов, ну, температура воды где-то градусов 25-26. Она даже мне, мерзляку такому, как я, показалась как парное молоко. В общем, я всем очень доволен, друзья. Вы тоже потихонечку втягивайтесь в это. Начинайте бегать по утрам. Начинайте там прогулки, не знаю, там норвежскую ходьбу. Все что угодно, друзья. Будьте здоровы, потому что, ну, это полезно, друзья. И это стоит делать определенно. Вот. И пусть каждый найдет из вас в себе мотивацию. Для кого-то это может быть любимый человек. Для кого-то это кумир в футболе, например. Или просто какой-то повод. Новостная лента из контакта, например, с мотивационным постом. Или еще что-нибудь. Сегодня утром мне помог это сделать мой старый товарищ по Пензе, это Герман Ануха. Это человек, который за 2 года из любительской лиги, где я с ним играл, можно сказать, ну, мы просто друг друга играли, вот, в любительской лиге, абсолютно не профессиональный футболист. Он недавно, вот на днях, подписал контракт с Краснодаром, с ФК Краснодар. Ну, более подробная история его там в группе в «Зенит Пенза», посмотрите там его в профиле, там напишите ему, если хотите, он у меня в друзьях есть ВКонтакте, вот, с ним переписываемся постоянно. В общем, это человек-мотивация для меня, реально, 22 года, с 20 лет до 22 он просто стал профессиональным футболистом и играет в топовом клубе российской премьер-лиги. Ну, это очень круто, друзья. Вот, я... Всегда его поддерживал, писал ему всегда мотивационные, такие заряжающие сообщения. В общем, надеюсь, что чуть-чуть это ему и помогло. Друзья, поэтому всем хорошего настроения еще раз. Будьте счастливы, будьте красивы. И не забывайте, друзья, что никто, напомню, никто не сделает это за вас. То есть никто вашу красоту, никто ваше здоровье не сможет поправить, кроме вас самих. Поэтому хотите быть красивыми, хотите быть здоровыми. Дерзайте, все на пробежку по утрам. Ну а вам дарю еще несколько кадров замечательного побережья, друзья. Не бегать тут, живя здесь, было бы просто преступлением. Всем хорошего дня, друзья.